головной боли до этого. Да и то нет, я вот это значит на Борисове, где первый раз останавливали, зашел. Кофецин. Нет, есть аскофин, есть цитрамол. Ну вот. А они специфические лекарства выписывают. Именно для этих больных. Ну, именно для специфики больницы. Я думаю, что там как раз вот возле аптеки там. Ну, может, еще 7-я тут там. Там такие же, похожие. Я не знаю. Ну, там в основном же сердечники, инсультники, инфарктники. Это, ну там же есть и легкие. Ну, имеется в виду те, ну, которые. Я понял. Да я не знаю, говорили, что она тоже ковидных принимает, а потом, наверное, сейчас нет. Да, насколько я знаю, все ковидные в четвертой. В четвертой. Поэтому они лежат там все навалом по коридорам. Да не, ну товарищ рассказывали, да, люди говорят, мрут как мухи. Ну я через дорогу от вас живу. Вот у меня соседи вот месяц назад похоронили семью. Ой-ой-ой, все кого? Да, ну пара семейная, муж с женой. Сначала один и на 9-й день второй. Вот же сосед тоже у меня вот это с короной лежит. Ну тоже вот даже через дорогу мы живем. Дальнобойщик. Где он мог это зацепить, кто его знает. Я-то знаю, если это действительно так, и это он подцепил корону, я знаю где. В больнице во второй. Ну, тоже может быть. Больше нигде. Мы вот на выселках живем, все время дома. Магазин с магазина в масках и в этом. А магазин в эскорт, на машине. Да? А, ну. На машине. И, ну, если бы не этот приступ был конкретен. Тоже вот товарищ вот живет на центральной, чуть ниже вас. Тоже на днях встречаю в 15-й. Я говорю, что такое, заболел? Да ну да. Я говорю, чем? Ну чем сейчас болею? О, молодец. Вот. Вчера еду, встретил, остановились, я тоже открыл. Говорю, как самочувствие? Да ничего, говорит, лечимся. Дома. Дома. Не, ну если лёгом. Нет, то... ну я, если бы не панкреатит, он бы и дома лечился от этой. Конечно. А я не уверена, что вот эти условия на пользу. Да, кому-то идут. Эмоциональное состояние тоже имеет значение для выздоровления человека. А как оно у него все. Да, тем более сейчас там насмотрится. Не, ну товарищ рассказывает, что ну говорит, что медсестры их не нет такого, как будто по телевизору показывают, что там в костюмах в этих. Противогаза. Говорит, медсестры обычно, говорит, в халатиках, говорит, в масках.